В Париже для бездомных и беженцев устроили завтрак под открытым небом. Французские волонтеры приготовили еду для более чем 500 человек. Банкет организовали рядом с временным лагерем для беженцев. Все как полагается, под музыку и с танцами, чтобы хотя бы на время забыть о войне и проблемах. В еде нуждаются многие. Мы никого не заставляли. Позвали 2-3 человека, и они сразу пришли на завтрак. Ну а потом сами видите. Ненормально, что сегодня в 21 веке во Франции, стране прав человека, люди живут на улицах. Это невыносимо. Через этот центр прошло уже более 8 тысяч беженцев. В ноябре прошлого года его открыли на месте снесенного стихийного палаточного лагеря. Центр предназначен для тех, кто ожидает расселения. Но места хватает не всем. Многие беженцы вынуждены по-прежнему ютиться в палатках неподалеку.